Сейчас на площади Киселева в автозаводском районе уже стоит дорожная техника. Здесь начинается реконструкция по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На площади полностью заменят асфальт на примыкающих к кольцевой развязке дорогах со стороны проспектов Ленина, Кирова и Молодежного, а также со стороны улицы Веденяпина. Примыкающие участки будут расширены до 4 полос. Планируется расширение и самой кольцевой. Также предусмотрен монтаж ливневой канализации. Общая сумма работ – 180 миллионов рублей. На самой кольцевой развязке будут выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Будет 3 полосы движения, каждая будет полоса по 5 метров. Также будет выполнена работа по переустройству трамвайных путей, линии связи, линии электропередач. Также будут выполнены работы по водоснабжению и по изменению, там будут переустройства контактов троллейбусных линий. В связи с реконструкцией движения трамвая номер 8, пересекающего площадь, закрывается. Маршрут соединяет частный сектор поселка Гнилица автозаводского района с улицей Игарская в Ленинском районе. Через улицы Рельсовая и Ореховская он попадает на площадь Киселева, проезжает мимо проходных газа до станции метро Пролетарская и поворачивает на улицу Новикова-Прибоя. На время закрытия восьмерки подвижной состав будет распределен по маршрутам номер 22 и 417. Это вынужденная мера, говорят департаменты. В департаменте транспорта и связи города, так как реконструкция предполагает перенос трамвайных путей. Изменится немного геометрия самой площади, поэтому требуется перенос трамвайных путей. А поскольку восьмой маршрут, он достаточно уникальный, и геометрия движения такова, что нет возможности закольцевать где-то на середине маршрута или на какой-то части развернуть трамвай, поэтому мы вынуждены были закрыть трамвайное движение полностью. Маршрут никаким другим видом транспорта не дублируется. Мы бы хотели попросить все-таки население заранее планировать поездки и выбирать те маршруты, которые частично могут дублировать, либо, наверное, все-таки потребуется ездить с пересадками. 2 недели людям придется ездить с пересадками. По информации департамента транспорта и связи Нижнего Новгорода, от поселка Гнилицы до площади Киселева можно доехать на 46-м, 75-м маршрутных такси и 31-м автобусе. А дальше, если нужно доехать до Игарской, пересесть на 417-й трамвай у автомеханического техникума. Возобновить движение по 8-му маршруту администрация планирует 14 августа этого года. Олег Лавров, Артем Катков, Виктор Киселев и Владимир Гайдай. Объективно, ННТВ.